момент. Давайте ознакомимся сначала с результатами второго этапа наших соревнований. На первом месте сразу три пары. Это Дима Билан и Елена Берегина, Юлия Савичева, Жером Блан-Прат и Александр Белов и Анастасия Гребенкина. На шестом месте по результатам второго этапа наш железнодорожный Сергей Славнов. Но я напоминаю, что сегодня мы суммируем результаты... Подождите, сейчас у нас пока в кадре нет, 2 секунды. Но я сейчас вам напоминаю, что... Но я вам напоминаю, что мы сейчас... Ой, сейчас... Аплодисменты, пожалуйста. Дорогие друзья, но напоминаю вам, что мы сейчас будем суммировать результаты первого выступления и второго выступления наших артистов. Итак, сумма баллов. И согласно ей, на первом месте Юлия Савичева, Жером Блан-Прат. Подставьте Гребенкину, Галкину по картинке. Дает вот так. Спасибо, Коля, за заботу. Спасибо. Боже. Боже, боже, посмотри, какие девочки. Да, кстати. Загадывай желание. Все, оно сбудется. Действительно. Загадай, чтобы уже закончилось шоу. Да, хорошо. Аплодисменты, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, такого еще не бывало. Сразу две пары оказались на последнем месте. Что делать, я не знаю. Я Но, слава Богу, у нас есть Елена Анатольевна Щеговская, которая знает, что делать. Наверное. Добрая фея. И ее внутренний голос Николай Басков. Ну, мы сейчас посовещаемся к жюри и решим, кто, собственно, будет решать. Да? Давайте поговорим. Я считаю, что, господа, что решать все равно должна Елена Анатольевна. Потому что у нас... Анатольевна поговорит с Коблиным. Да. Итак, Анатольевна говорит с Анатольевичем. Чтобы вы знали, что мы ни при чем. Сейчас они будут решать методом камень-ножницы. Пара, которая показала на всем протяжении
в этом проекте блестящее катание, интересные находки, возможности артистизм. Это Григорий Бёнкина «Белок». Возможность. Поцелуйте наших выбывающих. Саша и Настя, я с вами прощаюсь до следующей программы. У нас будет еще возможность поговорить. Спасибо большое. А я хочу остаться практически наедине с миллионами телезрителей и этой замечательной красивой парой. Сережа, никакой водолазный костюм не может испортить красоту вашего союза на льду.